Приветствую вас, дорогие друзья, с вами по-прежнему Римас. Мы продолжаем делать тесты в игре Rome 2 Total War. Ну что ж, противник будет тот же, пристегнувший, а у нас будут отборные гоплиты. Знаете, да, есть такая фракция, как, например, Сиракузы, Афины и другие греческие фракции, у которых есть отборные гоплиты. Они, кстати, дешевле вроде бы, да, чем пристегнувшие. Да, здесь 1340 золотых монет, а здесь цена 1200. Карту сами тоже, поехали. Также, наверное, сделаю... Не буду делать фалангу, вернее. Отключаю атаку в строю и посмотрим. Хотя давайте попробуем в этот раз оставим атаку в строю. Может быть, мы и так выиграем. А может быть, мы и не выиграем. Посмотрим. Жаль, что нет такой возможности, да, вот как у полководцев там. Ну, например, я бы хотел там против легионеров потестить. А как вы знаете, нужен полководец для каждой битвы. Ну, возможно, какие-то моды, которые это дело можно исправить. Но опять же, да, моды я не люблю. Моды зло, тем более в Риме это зло. Двойное зло, не знаю, вот у меня такая плохая практика была с этими всякими модификациями. Пришлось потом полностью переустанавливать игру, хотя она у меня лицензионная. Ну что ж. Видите, искусственный интеллект уже говорит, что нам конец, нам конец. Я думаю, нам стоит сюда выйти. Поглядим на своих отборных гоплитов. Отборные ребятишки. Так, подожди. О, вот так вот нормально. Оставляем атаку в строю. Встаем здесь. Ну, почти ровно, да, можно сказать. Ну, можно вот так вот чуть-чуть фору дать. Что, мол, они вот сверху должны подойти. Посмотрим. Растянем вот на вот так вот. Можем, в принципе, их так растянуть. Ну, зачем? Вот так вот лучше давайте растянем. Ускоряем время. Идут быстрые, резкие, как удар сверпом по яйцам. Присягнувшие. Сейчас они еще метнут по нам нормально так, да? Своими копьями. Острыми, жесткими. У нас стоит атака в строю. У нас есть фаланга, которую мы можем воспользоваться. Пока не будем это делать. Посмотрим. Посмотрим без фаланги. Смогут ли наши устоять? Я думаю, можно тоже сделать натиск. Пошли. Сейчас, конечно, будет обстрел жесткий. Пошла жара. Есть. Пошел. Охереть. Расстреляли нас так нормально. Слушайте, убивают наших отборных гоплитов. Что-то не то. У нас стоит атака в строю. Мы сделали, произвели натиск. Довольно хороший. Но мне кажется, что мы проиграем. Нас стеснят, тем более. Смотрите, как это дело выглядит. Их сколько? 149 на 129. 126, вернее. Отключаем атаку в строю и врубаем. Не будем, мы не будем включать, как говорится, фалангу. Вот мы сейчас отключили атаку в строю. Сейчас посмотрим. Может быть, мы сейчас исправим это плачевное, как говорится, эту плачевную ситуацию. Сейчас посмотрим. Прикольно, да? Орел или что-то, ворона, походу. Варваров. Ну, мне кажется, атаку в строю мне, нам следовало сразу же отключать, потому что, ну, с варварами воевать надо по-варварски. Да, смотрите, у нас 116, но их уже 140. Да, смотрите, отключив атаку в строю, мы, я не знаю, ну, мы стали больше убивать врага, нежели со включенной атакой в строю. То есть, получается, если вы отключаете эту атаку, вот эту вот галочку, то ваши отряды становятся эффективнее. Но, тем временем, они... сразу же быстрее устают, я так понимаю, да? У них они уже активные, эти уже очень уставшие, да? Неинстинство они здесь врубили. Так, их уже 126, нас 103. В принципе, если мы удержимся, то мы можем удержать. Сейчас посмотрим. 110 на 106. Видите, как мы отключили атаку в строй? И, блин, конечно, конечно, есть шансы у нас, конечно. Но если сейчас нашего... полководца убьют, то победа будет у врага. Вот это жесть. Вот это я понимаю. Наш военачальник погиб. Ну все, это конечно уже проигрыш, наверное. 87, нас 65. Держимся. Сплотить ряды у нас недоступно. Выше стяг это... отряд полководца.
давят нас. 56, здесь 80. Ускоряем время. 79, 77, 76, нас уже 52, 50, их 68, нас 45, 44, 40, 37, 36, 35, 33, 32. Наши ряды дрогнули. Наши ряды дрогнули. Повторим. Сейчас сразу же отключаем атаку в строю. Оружие хранит мир. Латинская пословица. Согласен. Частично. Если это оружие еще... Этим оружием овладеет какой-нибудь псих, типа Гитлер и еще кого-нибудь там, я не знаю. То... Всем конец. Так, вот здесь вот станем, где... Вот, вроде бы мы здесь, да, стояли. Также будем... мы не будем растягивать слишком сильно свои ряды. Так, ну раз они бегут, мы тоже можем побежать. И как раз мы вот на возвышенности будем стоять. Так, мы отключили атаку строю? Да, отключили, нормально. Искусственный интеллект все так же считает, что мы проиграли. Хотя... Пошла жара, пошел обстрел. На нашего военачальника напали. Мы отключили атаку строю, смотрите, как они быстро начали продвигаться вперед. Ох, бедный гоплит отборный. Жесткие присыгнувшие, жесткие ребятишки. Ничего тут не скажешь. В общем, с варварами надо воевать по-варварски. Так понимаю, их уже 144, нас 129. Все же мы проигрываем. Нас теснят. Отборные гоплиты не такие уж, как, например, взять спартанцев, да? У них боевой дух сколько? 70, у нас 75 зато, да? А у них броня 80, у нас 105. Понятно. Защита 71, у нас 61. Бонус натиска 25, у них 35. Бонус против пехоты. Все же мы проигрываем, друзья. Да. Мы проигрываем. Наш военачальник погиб. Какой позор. Ну что ж, понятно. А может быть попробовать фалангу врубить, а? Неистинство они уже врубили тоже. Наши ряды дрогнули. Хотя мы можем, смотрите, как сделать. Врубить фалангу и включить, например, отключить атаку в строю, да? Но фаланга будет работать. Давайте так посмотрим сейчас, как это дело будет выглядеть. Повторяем. Третий дубль. Дубль номер три. Включаем. Отключаем атаку в строю. Ставим своих бойцов сюда. Ускоряем время. И ждем врага. Давайте, отборные гоплиты. Ну, вы должны удержать, победить, как говорится. Так. Включаем. Так, у нас защита уже ровно 77. Ну, не так уж прям. Ну, да. Все, ждем врага. Пошла жарища. Мы теперь будем держать оборону. Вот она, кстати, фаланга. Пошел обстрел. На нашего военачальника напали. Варвары бегут прям жестко. Вот это щитами прям бум. Ну все, ждем. Ждем, ускоряем время. Единственное, они уже врубили. Они, видите, они уже нас, получается, окружили с двух сторон. А нас 133, их... 148. Отключили матока в строю, но фаланга стоит. Наблюдаем. На 125 их 142. На 119 их 140. 138, 137, 135, 33. В общем, мы проигрываем. Да, мы проигрываем, ребята. У нас работает фаланга, но атака в строю у нас не действует. 99 их 108, 95 их 105. Держимся, ребята, держимся. Боевой дух у нас 71, у них боевой дух. А у нас, подождите, 76, у них... Да, защита ближнего боя у нас 77, 79, я извиняюсь, а у них 71. Единственное, они врубают еще раз, они уже истощены. Кстати, у нас есть шанс выиграть, по идее, да. 67, их уже 67, 66, 65, 64... Их уже 59, а нас 60. То есть мы пока стоим наравне, и мы побеждаем. То есть без включенной атака в строю
Я так понимаю, мы здесь побеждаем. Так, смотрим, ладно. Давайте, ребята, держимся. Вот это я понимаю, тесты. Как раз вот то, что надо, да? Вывод какой, ребят? А мы еще не проверили... Не, мы проверяли со спартанцами. То есть, если вы оставляете атака в строю и фалангу, то вы проигрываете. Мы спартанцами проиграли. Друзья мои, мы спартанцами проиграли. Таких уже 142. Их 37, нас 42, вернее. А мы проигрываем, так как наш военачальник погиб. Но нет, нет, нет. У нас 41, их... Ну, прекрасно, прекрасно. Мы победили, друзья. Дорогие друзья, это победа. Сейчас мы с вами подведем итоги. Хотя они нас режут тоже. Давай его. Давай его. Пойдем. Ну, еще сильнее. Вытаскивай. Офигенно, как ты вытащил прям. И вот эту вот анимацию впервые в жизни вижу. Сколько часов я проиграл в Rome 2 Total War, но впервые вижу, как он вот это вот свое копье вытаскивает, да? И его убивают. Наших тоже здесь убивает. Что здесь у нас происходит? Наши ряды дрогнули. Да ладно. Да ладно, ребят, ну, чё вы уже почти выиграли, их 17, нас 29, и вы дрогнули, какой позор, фалангу оставляем, ждем, и они дрогнули тоже, победа, всё складывается в нашу победа, пользу. Победа, друзья мои, это победа, и, прикольно, враг убегает, и наши убегают. Представьте, да? Наши убегают и враги убегают. Какая эта картина красивая. Ну что ж, это победа, конечно. Вообще, по идее, можно сказать, что на ровне держались. В общем, совет. Если у вас есть гоплиты, любые, ставьте фалангу и отключайте атаку в строю. И вы победите. С вами был Римас, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вы есть в группе, ВКонтакте вернее, заходите в нашу группу, ссылочку вы, как всегда, найдете в описании к нашему видео. Всем удачи!